Экспорт молочной продукции предприятий Минсельхозпрода Беларуси в Китай за 9 месяцев текущего года вырос в 12 раз и превысил сумму в 4,5 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Для активной работы с китайским рынком за 2016-2017 год сертифицировали 36 молочных предприятий страны. По итогам работы за текущий год продукция поставлялась в 65 стран. За этот период экспорт сельхозпродукции в страны СНГ, за исключением России, вырос более чем в 2 раза и составил более 118 миллионов долларов. Российская Федерация и страны постсоветского пространства начинают заниматься тоже развитием животноводства в своих странах. Наша задача стоит как раз диверсифицировать рынок и выйти на совсем другие рынки. По итогам этого года уже мы имеем географию нашего экспорта в 65 стран. К уровню прошлого года мы добавили 6 стран еще. Но это, конечно, не предел. Для нас очень интересен африканский регион, для нас очень интересен азиатский регион. Всего в январе-сентябре предприятия ведомства экспортировали продукцию сельского хозяйства на сумму порядка 2 миллиардов. Рост за аналогичный период прошлого года составил 184 миллионов долларов.